Начнете молиться, Игнат Тихонович? Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Достойно есть всякого истину блажить Богородицу, Преснодблаженную ты непорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую херувимую, славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и... Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистия Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сии, и человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не корижа благое, сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши, святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Уставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигнув их, Господи, умы просвети сердце, и с неба и отверзи. Боеже петите, Святая Троица, свят, свят, свят еси Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приит, и каегожда деяния обнажатся, но страхом вопием полунощи, свят, свят, свят еси Боже,
Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Основа став, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне герой Твоя благость и долго терпели, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего возвил меня еси. Воеже утренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Девяносто первый псалом. Благо есть славить Господа и петь имя Твое Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою ночи, на десятиструнном и псалтире, с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творение Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивый возникает, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Господь царствует, Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышает реки Господи, возвышает реки голос Свой, возвышает реки волны Свои. Но паче шум вод многих, сильный волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умышляют, и говорят, не увидит Господь, не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народу неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырыется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего,
ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто встанет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твое услаждает душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Я и многих щедротах и неизреченной в милости, ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел давмеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да дает причастникам славы Той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторгнет меня Твоих рук и оградой, ну ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий! Хранитель, покровитель бед моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойны своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица,
своими святыми и всесильными молитвами. Отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали скверны, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моих страстей, ибо я Бог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, каждое свое имя произноси. Мы сердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священные Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Яна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин. И нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха. Помоги нам жить, исполняя святые заповеди Твои. Сохрани и защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Серафима и Владимира, обрати Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, пришли добрые жители с детьми, знающими, любящими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. Побуди всех проповеди Слова Твоего. Спаси Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерина, Екатерину, Галину. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Воззри на угрозы врагов. Закрой их уста лживые. И обрати на путь покаяния в судный день, не помяни их безумие. Посети благодетелей наших, воздай добром здесь и в вечности. Елену, Людмилу, Евгения, Наталья, обрати, дай им веру Твою святую.
Надежду, Юрию, Эдуарду. Аллилуйя. Посети болящих. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежду, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Неонилу, Анилу, Анну, Марию, Сандру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя! Путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови. Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию найди. И Максима. Умягчи его сердце и благослови огонь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути сохрани. И трудящихся Игоря, Юрию, благослови Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея. Вячеслава, семью и содружество его. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьей наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшая из жизни сей, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. И сотвори вечную память, вечный покой, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя и страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви как истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Воздай добром тем, кто помогал нам в нашем путешествии. Благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, добрый мой ангел-хранитель. Столько лет Ты защищал, миловал, спасал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас жить и в бедности, Господи, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир великий, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варок, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою,
дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, и херувимы, и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь жажду нам исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Иустин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратерват, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разрушь и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь женам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Светланы, Марии, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятно перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Дивный наш Господь, прими и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, услыши и исполни нашу молитву ради пролитой крови Твоей за грехи человеческие, а всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой.
Аминь, Господи, благослови Ливона в путешествие и доставь его к месту жительства его безопасно. Аминь. Аминь. Вопрос 97. Если молодого человека, так. Слышно меня? Я слышу. Слышно. Вопрос 97. Если молодого человека, служащего в храме, хотят рукоположить, а он не чувствует достаточного опыта, то следует ли подождать, подготовиться, или необходимо подчиниться и положиться на волю Божию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе о священстве дается ответ на этот вопрос святых отцов. Кратко сказать, быть даже средним священником есть подвиг. Иоанн Златоуст говорит о том, что чтобы обратить человека ко Христу, а именно это и есть основной талант священника, нужны тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного, достаточно быть истинно рукоположенным священником и незапрещенным. У сегодняшних пастырей какие таланты, какие основные мысли? Начинается все с нарушения канонов. Рукополагают безусых мальчишек, а 14 и 15 правила 6 Вселенского собора категорически запрещают рукополагать в диаконы раньше 25 лет, а в священники раньше 30. Когда смотришь на них, то какое же в них угодничество перед архиереем, перед старшими? Чего изволитесь? Что делается и стыдно, и гнусно. Решившийся стать пастырем должен знать все, касающееся этой должности. Прочитать раза 3-6 слов Иоанна Златоуста о священстве. Ни под каким видом не соглашаться на рукоположение, пока не исполнится 30 лет. Пока не почувствуешь, что в тебе горит огонь, жажда проповедовать другим день и ночь, во время и не во время. И что ты можешь сказать так? Пророк Иеремия, 20 глава, 9 стих. И подумал я, не буду напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Иногда говорят, ну, хоть какой-то батюшка у нас есть, а то никакого не будет. И церковь закроется, и служить некому будет. Спрашиваю, что лучше, когда мы садимся в автобус? Чтобы выйти, пойти пешком, зная, что водитель пьяный, а ехать по горным кручам, или пусть
хоть какой-то, но будет шофер, все равно сядем и тронемся. Я хочу добавить, ну разве Осипов это не знает? Бритый в галстуке сидит, как масон последней степени посвящения. Тысячи детей перепортил. Таких священников выпускают. Ну это-то можно хоть маленько, раз ты православный, так это же закон. Книга правил должна у него быть всегда с собой в кармане. Нет, все нормально. Вот когда подумаешь это же, ну явно дело враги. Мы православные, кресты лепят. Ни одного креста на храмах трудно найти просто. Какие-то велюшки там на резьбе священника тоже, цветочки, напоминающие якобы крест. Еще нет. Почему прямо крест не изобразить четырехконечный? Вы обратите сами внимание. Везде, куда ни глянь. Нормальный крест. Ну, смотришь, там Киево-Печерская лавра бывает прямой. Поперечина прямая. Ничего нету. Ну, какой у Христа-то был-то? Нет, на конце обязательно закругленное, что-то там на балдажнике, наверчено, нижнее там кривая, больше, чем где руки раскинуты. И на кладбище такие же кресты. А почему? Разврат. Как писал Тютчев, разврат умов и искажение слова. Это начало. Ну давайте, пусть едет автобус пьяный, мы будем там сидеть. Иначе как безумием нельзя назвать. А меня это не касается. Они священники, они сами знают. Ну, шофер пьяный. Ну и пускай, он сам знает. Так относиться к своей жизни. А речь идет о спасении души. И главное, не просто так его как-то наказать. Да извергнется. То есть он изверженный. Там ни благодати, ничего нету, согласно канонов. А идем все равно. Так они все. Будущий патриарх Кирилл до 30 лет даже рукоположен в епископы. Вещь неслыханная. Но это редчайший уже случай безумия. И поэтому такие дела. И все с мирскими, все они якшаются, все им угождают. Позор, презренный. Как Андрей Кураев говорит, церковь была гонимая. Мы это знаем историю. Но чтоб так презираемая была, никогда. Даже говорить не хотят люди. Попы на каких машинах ездят? Пьяные, сбивают людей. И тут же его опять ставят. Даже нечаянно, если задавил священник кого-то, бывает такое, сан снимается. Здесь ничего нету. Если он женился, и она не девственница, он не может быть священником. Женился на артистке, не может быть священником. А они бритые, толстомордые, пузатые. Даже внешне это все отвратно для людей. Мне одна мусульманка пишет, наши мулдашки, это мулы, все почти пузатые такие. Тоже та же самая беда. Далее. Вопрос 98. До 600-го вопроса это первая книга «Открытым оком» наша. Если отлучают от церкви священники, то обязан ли он сразу объяснить лично тебе за что? Или только потом на собрании? Ответ. С введением тайны исповеди появилась и эта инстанция священник, как требоисполнитель, который, как врач по замыслу, должен, согласно канонам, сразу же отреагировать с увязкой с жизнью, с обстановкой. При неясности он должен призвать свидетелей и только тогда вынести решение. Об отлучении должны знать не только в своей общине, но и в епархии, и в церкви везде. Равно опасно допускать всех до причастия или отлучать без уважительной причины. Смотри житие преподобного Симеона Столпника за 1 сентября и нашу книгу «Симфония на жития святых». Священник отлучения. Слова там. Посмотреть можно.
Это вопросы, которые задавали мне в разных университетах или по радио. Я 3 программы вел регулярно. В школах ли? Но ведь вопросы серьезные. В Академгородке Новосибирском. Дальше? Да. Я прошу внимательно смотреть. Вопросы эти другим дают. Вот священники выступают, Дмитрий Смирнов, там, ну, которые известные очень такие. Я уж не беру там Островского и, ну, богохульников настоящих. Но настоящие, которые священники, им задают этот вопрос. Как они отвечают? И заметьте, как тут отвечено. Посмотрите, если вам виден текст жирным, курсивом, это из Святой Библии. Они Библию как будто в руках не держали. И он молотит языком и не думает, что за каждое слово отвечать придется перед Богом на страшном суде. Люди пришли не ко мне. Вот у меня просто приехал. Бог что говорит? Они хотят узнать волю Божию. Вот такой ответ. Смотрите, вот сейчас вопрос и ответ. Вы или камеру поправьте, или сами выпрямитесь. Не видно вас. Ты прав. Вопрос 99. Если человек умрет, будучи отлучен от церкви, он погиб, ну, скажем, попал под машину и не успел причаститься. Ответ. Вопрос о погибели и канонизации спасения будет решен только на суде Божьем. Евангелие от Матфея, 25 глава. Отлучение незаконное падет на отлучающего. Книга Второзакония, 19 глава, 16 стих. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господом, пред священников и пред судьей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Это же подтверждают церковные каноны и жития святых. Многие святые, как Иоанн Златоуст, умерли, будучи отлученными. Притча 26.2. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное отлучение приносит награду отлученному, как претерпевшему сильный удар. У праведника самое сильное убежище – надежда на спасение. И враги бьют именно в эту точку. Псалом 3 стих. Многие говорят душе моей, нетому спасения в Боге. Если же отлучен законно и умер без примирения, весьма опасное состояние и мало надежды на спасение. Бог будет судить. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Посланием к Евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие будет судить нас и учитывать намерения. Хотел примириться, но обстоятельства не содействовали. Вот библейское отношение к намерению. Евангелие от Иоанна 12:48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих,
имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Премудрость Соломона, 6 глава, 3 стих. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерения. 3 Ездры, 16:64. Он знает намерения ваши и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши. Книга Сирахова, 35:21. Доколе не воздаст человеку по делам его и за дела людей по намерениям их. Книга Тавита, 4:19. Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы, и все дела и намерения твои благоуспешны. Ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но сам Господь ниспосылает все благое, и кого хочет, уничижает по своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего. И дальше еще 2-3 вопроса. Вопрос сотый. Если в вашей церкви члены бывшие заключенные? Ответ. Есть. В первую очередь это я, заядлый каторжанин. Есть в новосибирской общине, есть и условно осужденные со снятием судимости. Все. Но это у них было все до принятия в церковь, до знакомства с нами. Я знаю священников и епископов, которые принимают освободившихся зэков, кормят их и содержат при храме. Пока не знаю ни одного случая их перерождения из волка в овцу. Как говорила моя бабушка Евдокия, трудно выпаривать запах из деревянной бочки, в которой хранили деготь. Временем они держатся и даже что-то делают, но как только на горизонте появляются их дружки, они начинают пропивать все, что попадает под руку, и все шубы, какие были на них. С куревом не расстаются, конечно же, и матерятся. К нам знакомые священники и даже епископ пытались присылать от себя таких. Но едва мы спросили у них документы, как они обозвали нас и убежали прочь. Содомитов даже и Бог не исправляет. Сжигает, как вши в прожарке. Может быть, где-то и обращаются такие люди к Богу и перерождаются, но я не сподобился их видеть. Даже и те, что есть из моих знакомых, но они уже как порченные, дохлые какие-то, и гниль из них лезет и прорывается. Я сотрудничаю уже 12 лет с местной тюрьмой, но ни одного человека не подготовил к крещению, потому что ни один из них не бросает курить и материться. Они все страшные артисты и лжецы, привыкшие жить паразитами. Если внешне смотреть, то результат моей работы нулевой. Но нравы там смягчаются, и некоторые задумываются, но не более того.
местный священник, нетрезвый даже, ходил туда несколько раз и крестил 724 человека. Конечно же, никто из них не возродился, не исправился. Все это обман. Вот я бы мог не говорить, что никто не обратился. Столько лет работаю. 18 лет непрерывного труда. Сотни, если не тысячи Евангелий, иконы, крестики, беседы. По радио выступаю, у них есть точки в камерах. И хорошие люди делаются. И приходят после освобождения, меня ищут. Стараются как-то отблагодарить. Но чтобы обратился, стал христианином. При церкви работаю. Вот, просто вижу все это. Но я бы мог скрыть и сказать, вот я работал и все. Я говорю, нет ни одного. И 724. Один раз пришел священник. Кто хотел? А ему лишь бы выдраться из камеры, обстановку измененную, пройти где-то. Пошел к женщинам. Это намного страшнее женская, если колония где-то. Крестил всех, кроме тех, которые спали после ночной вахты. Вот везде одно и то же. Лишь бы отмахнуться, неверующие. И к такому священнику разбили окно, залезли, и он едва живой остался. Все из него вытащили. Адвентисты седьмого дня приветили. Ну, эти уже по слову Божию их учили, и они там что-то делали. Но они выбрали момент, когда у них собрание. Они пришли, все забрали, открыли краником газ, который стоит, баллоны. Утюг сунули под подушку, включили. Когда они уйдут, загорится и рванет. И все. А то вот реабилитация, они приходят. Может, я говорю, где-то как-то сектанты, еретики. А в православии, потому что священники, если их и допускают, он ничего не делает. Посты не соблюдает. Ну так можно, таких у меня много было бы. Вот так. И еще. Сто первый. И 102 этим закончим. Вопрос 101. За что человек предается анафеме? И может ли она быть отменена? Ответ. Анафема – слово греческое, означает церковное проклятие отлучения от церкви. Высшая кара в христианстве. Встречается в Библии только три раза. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа – анафема, маранафа. По высшей шкале, если брать, то редко кто подпадет под эту анафему. Кто не подпадет, не подпадет, не. По высшей шкале, если брать, то редко кто не подпадет под эту анафему из тех, кто ходит в православную церковь. Те более всего любят иконы, святых, не имамы иные помощи. Не имамы, то есть нет иной помощи. Не имамы иные помощи, разве тебе? Это кроме Бог, тебя. Да, Бог говорит. Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть проповедует не то, что проповедовали апостолы. Ныне редко можно найти такую секту, где бы не искажали слово Бога живого. Про православие можно и не говорить. Не любят Библию, выдумками питаются. Также и католики, и прочие. Под эту анафему легко влетают почти все. Про неверующих пока не ведем речи. Они не любят Господа и лгут про Христа. Церковные анафемы произносятся во время первой недели Великого Поста всем еретикам,
начиная с Ария и Смутьяном, Стеньки Разину, Пугачёву и другим. Сегодня масонам и экуменистам анафема, коммунистам и фашистам, шовинистам и русофобам и иудофобам, антисемитам и сионистам должна быть анафема. Нужно ли это так торжественно провозглашать ее в церкви? Это уже дело церковных властей. Но и кичиться этим не нужно. Думаю, что более всего подпадают под анафему именно православные. Книга Сирахова 21.30. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Нет того греха после раскаяния, в котором не было бы прощения. Значит, и анафема может быть снята. Если бы Лев Толстой пришел с раскаянием, то из него была бы снята анафема. Еще 102 и все. Вопрос 102. Имеет ли новозаветное священство преемство от ветхозаветного? Если да, то как и через кого? Ответ. Ветхозаветное священство идет от Аарона, а наше новозаветное от Христа и святых апостолов. Послание к евреям, 7 глава, 12 стих. Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Евреям 7:15, 17:21. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Все? Все. Если Левону что нужно будет, помоги ему задать вопрос. Вот сейчас отключишься, когда, и на дорожку ему что-то там. Он должен спросить. И у него есть еще такое нерешенное кое-что. Хотя он многое знает, много наших смотрел ресурсы. И даже удивил меня, какие такие редкие это вопросы-ответы. Видно, что знаком. Хорошо. Все, с Богом. С Богом. Спаси Христос. Аллилуйя. Георгий. Богом спаси Христос. Ольга, до свидания. Елена Гладыщук, до свидания.